Всем привет, вы на канале Страна Гирляндия. Наконец-то пришел момент забирать Мэнди в Бравл Старс. Круто! Это уже третий хроматический герой на нубском аккаунте. Насколько этот герой крут или совсем наоборот, я еще не знаю. Так что будем тестировать. Для начала я ее прокачаю. Воу-воу, может пора остановиться, что-то я разошелся. Да нет же, зачем ей гаджет? Да, ребята, не смог остановиться. С моей стороны было глупостью, не зная, чего достоин этот герой, а чего нет. Пришло время выбирать карту. Естественно, шоудаун. Надеюсь, на низких кубках проблем у меня не будет. Вот и первая проблемка нарисовалась. Если честно, я очень старался, но не получилось. Таких фейлов со старта я не припомню. Буду исправляться. Вторая попытка мне нравится намного больше. Ульта у Мэнди зачетная, урон просто космический. Сыграю-ка я еще раз. Глупо было идти в центр карты, и это я, конечно же, понимаю. Ну, что сделано, то сделано. Было только что, очень сильно повезло. Сопернику, кстати, тоже. Жаль, конечно, промазал. Центр карты полностью оккупировали наши соперники. Oh,
Придется рискнуть. Как же хорошо, что в центре карты был только один соперник. Вот такое вот сегодня получилось видео. Надеюсь, вам понравится. Всем пока и до новых встреч.